следующее. Если вы едете на Бали, не берите много одежды, как делала это я. Я просто набирала кучу одежды. И здесь вообще вам 2-3 купальника, 2-3 футболки, там 2 юбочки, 3 платья, потом шортики, все, вам этого хватит. Если вы очень любите чистоту, то вам надо будет насчет этого немножко быть попроще, потому что здесь вы так потеете, пока переезжаете с одного места на другое. Потом раз, вам хочется серфингом заняться, снорклингом или просто поплавать в море. Идти и принимать душ, потом через 5 минут опять потеть. Вы будете мучиться это все без конца выполнять. Всегда будьте готовы, берите в своей сумке купальник, полотенце, если вам это нужно, чтобы у вас всегда было под рукой, что одеть и поплавать. Обязательно, конечно, мажьтесь кремами. Солнце здесь печет, но утром и вечером не так сильно жарко, и бывает иногда даже и прохладно. Люди здесь очень добрые, всегда вам помогут, очень отзывчивые. Я себя всегда здесь чувствую как дома. Вот утром, когда я выполняю свою пробежку или даже просто иду по улице, люди всегда с добротой на вас смотрят, всегда улыбаются. Мне очень это нравится. И такая атмосфера благоприятная. Здесь много туров. Первое, вы можете для начала посетить именно центр Бали, это Ubud. В Убуде вы найдете много развлечений. Убуд, он более такой спокойный район, там нет моря, там просто рисовые поля, очень красивые рассветы и закаты. Конечно же, вы можете найти виллы с бассейнами. Также вы можете посетить Monkey Forest. Если вы хотите урок получить йоги, то везде есть йога-классы. Ниже Убуда находится Семеняк, потом Кута, Джимбаран, это города, и идет Улавату. Семеняк – это такая, знаете, территория, где много пляжей, клубов, ночная жизнь, но не такая уж бурная, как в Куте. Кута – это просто отличное место для тусовщиков, для тех, кто любит пати, там просто ночами до утра улицы полны народа, и они такие шумные, все гуляют, бары открыты. Если вы, например, любите море, то вам хороший вариант жить в Улавату. И здесь более спокойнее. Дорогие друзья, сегодня мы поедем прямо в середину Бали, в город Убуд. Мы хотим посетить водопад, много исторических мест, очень знаменитый Monkey Forest, лес обезьян. Welcome to, how you spell it, right? Tegenungan? Tegenungan waterfall. Tegenungan. Yeah. Tegenungan. Tegenungan waterfall. Okay. Пошлите, пошлите. Смотрите, какая красота! Для того, чтобы попасть на этот водопад, вам надо пройти очень много ступенек. Can we have three? What taste do you have? Spicy and butter. Butter. Вау, мои любимые кокосы. А я буду кокос. Мальчики будут кукурузу, а я буду кокос. Смотрите, мне пришел мой кокосик. А теперь мне пластиковые трубочки совсем не нужны. Я взяла бамбуковые трубочки. Теперь я буду везде пить с ними.
Смотрите, какие красивые купальники и платьюшки даже. Ого. Жалко. О, мои любимые штанишки. Смотрите, я нашла боулы для фруктовых смузи. Yeah, I have a bowl. Сумочки. Очень-очень-очень такой шумный город. Мы даже не знаем, куда нам пойти. Разбегаются глаза. Лошадки. Добрый вечер. Мы прогулялись и решили посетить итальянский ресторан. Мы заказали греческий салат и маленькую, очень маленькую пиццу. Потому что наш маленький сынуля очень любит итальянскую и мексиканскую кухню. Доброе утро всем! Я надеюсь, все отлично поспали. Сейчас примерно 6 утра и улицы Путы погрузились в сон. Все набираются сил после длинной ночи. Я уже на пробежке. Все улицы пусты, и только несколько машин и байков проезжает мимо. Вы знаете, я почему люблю бегать? Потому что можно найти очень много интересного. Смотрите, я сюда шла. Hogwarts House of Magic. Ха-ха. Давайте посмотрим. Да, здесь, походу, все волшебники. Вот такие две особы сидят. Я не знаю, что там. О, ничего себе! Посмотрите, там даже дементор! Оу-е! Наверное, нам надо будет сюда сходить. Здесь, наверное, будет интересно. Ого, куда меня занесло? Я вообще в центр Путы прибежала. Сейчас посмотрела и еще раз уточнила, спросила. Сказали, что, ну, если продолжать бежать в эту сторону, то будет море. А после моря я смогу сориентироваться, где находится наш отель. Смотрите, какая статуя. Это Шива. Ага, вы посмотрите, куда я добежала. Здесь аэропорт. Ничего себе. Какие красивые статуи украшают здание. Вот такие ворота говорят о том, что здесь начинается другой район. Oh, love.
Это мне? Вся мята для меня, да? Вообще круто. Спасибо. Вот мы думаем прогуляться. Честно сказать, за вот эти два дня я просто насытилась путой, и мне уже хочется спокойное место. Хочется снова в Улан-Удэ. Везде вот такие вот рестораны, все созывают, такое движение. Просто невозможно расслабиться. Развлечения, вот это все, и оно очень сильно утомляет. Ну, наверное, некоторым людям это очень нравится. Это нам хватит где-то на неделю. You can put here. Мы едем как раз из Куты и по дороге домой, чтобы потом не было трудно ехать на скутере. Вот я прикупилась. Thank you. Вперед! 16-го мы летим в Куала-Лумпур. Ой, спасибо. Это мне кокос. О, два кокоса. Два мужика, два кокоса. Спасибо. Lazy.